Москве в отдаленном районе, 12-й дом от угла. Чудесная девушка Тоня, согласно прописке жила. У этого дома по тропке бродил я, не чувствуя ног. И парень был в общем не робкий, а вот и выясниться не мог. И как я додумался, братцы, и сам до сих пор не пойму, в любви перед нею признаться, доверить дружку своему. Под вечер запели гармони, и стал небосвод голубым. Тогда и отправился к Тоне мой друг с поручением моим. Но долго стоял я в обиде, себя проклиная тайком. Когда я их вместе увидел на танцах в саду заводском, и сердце забилось неровно, и с горечью вымолвил я: «Прощай, Антонина Петровна, нескетая песня моя». Надо прямо и смело задачи решать самому, и это серьезное дело нельзя поручать никому, и это серьезное дело нельзя поручать никому.